Здравствуйте, это итоговая информационная программа «Взгляд с высоты» в студии Марина Клинкова. Долгожданное для многих политиков и общественности событие наконец случилось. На минувших выходных состоялись выборы в Государственную Думу 7-го созыва. Местные политологи и эксперты написали десятки аналитических статей, сделали множество прогнозов, но каким в реальности оказался единый день голосования в Волгоградской области и о чем говорят итоговые цифры? Итак, 18 сентября в 8 часов по региону открылось свыше 1500 избирательных участков. На некоторых из них к вопросу привлечения электората подошли креативно. В аграрном университете избиратели встречали музыкой, разносившейся из динамиков на всю округу, и ароматом свежеиспеченных булок. Тем временем в центре Волгограда у парадного подъезда планетария играл целый джаз-бенд. Живой музыки избиратели весьма активно подтягивались на избирательные участки. К 10 часам здесь в планетарии проголосовало уже 100 человек, что немало. В Волжском удивили еще больше. Возле школы номер 23, где находились два участка для голосования, организовали мини-спартакиаду для всех членов семей. Тут же работал народный микрофон. Всем желающим предлагали исполнить песню или даже поупражняться в поэзии. А напротив школы номер 14, где также располагались два избирательных участка, состоялась ярмарка «День доброго соседа». Волжане приносили ненужные им вещи, которые могли обменять на другие, более полезные. Работе участка, по заверениям председателя УИКа, все эти развлечения не мешали. Отметим, что работники всех участков для голосования, которые посетили съемочные бригады высоты 102, охотно общались с журналистами, озвучивали данные по явке. Исключение составил только председатель участковой комиссии номер 805 Советского района Василий Шипунов, который наотрез отказался общаться с представителями СМИ и зачем-то потребовал от нашего оператора паспорт при наличии специальной аккредитации и служебного удостоверения. Тем самым председатель комиссии нарушал права журналистов, впрочем, работе их не препятствовал. В целом ситуация на участках для голосования 18 сентября была спокойной, сообщений о каких-то эксцессах практически не поступало. Пара забавных сообщений пришли из Красноармейского района. В первом случае облсбирком обескуражил кандидат от Патриотов России Дмитрий Крылов. Об этом случае глава региональной комиссии упомянул вечером, в день голосования, в ходе обсуждения на центральной набережной предварительных итогов выборов. К примеру, еще в первой половине дня, до полудня, мы получили обращение одного из кандидатов, к примеру, который заявлял о том, что его представителям на участковых избирательных комиссиях не вручили заверенную копию протокола о результатах голосования на данном избирательном участке. Обращу внимание, в полдень. Выборы идут у нас до вечера, до 8 часов вечера. То есть, иначе как курьезы это отнести не могу. А другая жалоба пришла от местного жителя самого южного района, который пожаловался на то, что его голос якобы пытались купить, что глубоко задело его гражданские чувства. Подходят двое. Проголосуешь за... Вот тебе флакон. Туда-сюда. Зачем он мне нужен? Зачем так делать? Так что нельзя... Если я иду, допустим, я избиратель, я иду по-своему избирать. Зачем мне предлагать, что за флакон водки продавать Россию, как говорится? Всего за день голосования в областной избирком поступило около 30 жалоб, ни по одной из которых информация о нарушениях не подтвердилась. Привлечение внимания избирателей к выборам в день голосования заботилась и областная избирательная комиссия. Так, на центральной набережной Волгограда был установлен огромный экран, на котором в течение дня транслировались предварительные результаты по явке избирателей, а также кадры видеонаблюдения с участков для голосования. Помог ли такой креативный подход избиркома повысить явку населения на участке, неизвестно, но в целом жители региона заметно менее активно голосовали на этих выборах, нежели 5 лет назад. Если неделю назад участие в выборах приняли 42% избирателей для региона, то 4 декабря 2011 года эта цифра составляла почти 52%. К слову, процент проголосовавших за «Единую Россию» на этих выборах оказался выше. В 2011 году было 36,2%, а в 2016 – 50,6%. Сработала ли на партию власти низкая явка или повлияли другие факторы, неизвестно. Показательно то, что избиратели, судя по опросу высоты 102, голосуя за «Единую Россию», выражали доверие не столько кандидатам, сколько президенту Владимиру Путину и губернатору Андрею Бочарову. За «Единую Россию». Почему? А потому что последние годы показывают, как мы живем. А как мы живем? Вот эти все неурядицы, которые были,
они как-то решаются, и решаются, на мой взгляд, правильно. А я голосовал за Путина. Я не вижу другой альтернативы, как «Единая Россия». Я видел много этих правителей наших, и в данный момент я не вижу никого, кроме Путина. Потому что это сугубо лично мое дело. Во всяком случае, я довольна выбором. Ни за кого. За КПРФ. Ну, я тоже за Путина. Я за «Единую Россию». За достойных. За достойных. Я люблю и Путина, и Бочарова. Они мне нравятся. И вообще мне при них живется хорошо. И мне, и моей семье, и всем моим окружающим. А я не голосовал. Ни за какую. Но это правящая партия «Единая Россия». Как здесь может быть другое мнение? Я голосовал за «Единую Россию». Ни за кого. За «Справедливую Россию». За КПРФ. ЛДПР. «Единая Россия». За Бочарова, потому что мне нравится. Хоть дороги начинают делать, еще что-то делается в городе, хоть что-то. За «Единую Россию». Ну, потому что у нас стабильность в жизни появилась какая-то, уверенность. Поэтому голосовал за него. То есть мы таких вещей не раскрываем. Поставил галочку, и мне было достаточно этого. За кого поставили галочку? Вроде за «Единую Россию». Почему? Да просто так. Я не голосовала. Я поддерживаю политику нашего президента, и мне нравится действующая администрация. У меня нет вопросов, я сделала свой выбор. А я голосовал за КПРФ. Я постоянно голосую за «Единую Россию». Почему? Но она мне больше нравится, потому что больше тянется народу к ней. И выполнение пока еще, я считаю, что то, что делается сейчас вот президентом, выполняется. Не исключено, что голосуя и за кандидатов по одномандатным округам, жители Волгоградской области также могли ориентироваться не на фамилию, а на партийную принадлежность. Как бы то ни было, но победу во всех четырех округах одержали кандидаты-единороссы. Итак, Волгоградский избирательный округ номер 81. Победу одержала депутат облдумы Анна Кувычка. Красноармейский избирательный округ номер 82. Депутат облдумы Татьяна Сыбизова. Михайловский избирательный округ номер 83, депутат областной думы Владимир Плотников. Волжский избирательный округ номер 84, депутат Государственной думы Ирина Гусева. Всего от Волгоградской области в Нижнюю палату парламента страны могут пройти до 7 человек. Представителей оппозиционных партий может не быть вовсе. Пролетели мимо мандата, к примеру, фигуранты уголовных дел, справорос Олег Михеев и коммунист Николай Паршин. Их партии получили недостаточное количество голосов для получения мандатов по спискам. Цена одного мандата составляла порядка 250 тысяч голосов избирателей. Для понимания, КПРФ в регионе поддержали только 121 тысяча человек. Справедливую Россию – менее 46 тысяч, ЛДПР – порядка 131 тысячи. То есть при нынешней явке избирателей на участке партиям для получения проходных мест в Госдуме нужно было набрать более 30% голосов. Наверняка шансы политических оппозиционных организаций на победу могли быть выше, если бы они лучше работали над повышением явки избирателей на участке и активнее проводили свои кампании. Если вы обратили внимание, то большая часть политической рекламы в отношении «Справедливой России» и лично Михеева, она была как бы собрана и сосредоточена в основном в социальных сетях. То есть это «Одноклассники», «ВКонтакте», достаточно такая широкая, но, на мой взгляд, достаточно инертная аудитория. То есть люди молодые, который на выборы ходить не любит. У ЛДПР такая кампания, на мой взгляд, была достаточно такая всеядная. То есть довольно много политической рекламы на улицах, достаточно яркая, бросающаяся в глаза так, макет, бренд-бук, скажем так, партии. Что касается КПРФ, то я, откровенно говоря, их избирательной кампании и не видел. Я не видел ни рекламных кампаний, которые вела бы штаб коммунистической партии в нашем регионе. Я не встречал каких-то там ярких публичных акций, поэтому КПРФ, можно сказать, вот самоустранилась от организации такой штабной полевой избирательной кампании, но, собственно, и результат налицо.
Надеемся, что остальные партии и кандидаты, оставшиеся позади борта Госдумы, сделают выводы и проведут работу над ошибками. А в Волгоградской области теперь ждут довыборы. После ухода 3 депутатов облдумы на повышение в российский парламент остаются вакантные кресла. Одно из них «Единая Россия» заместит без проведения выборов, поскольку Владимир Плотников избирался по списку партии. А два остальных мандата по одномандатным округам, Дзержинскому и Среднеоктубинскому, разыграют на дополнительных выборах. И «Высота 102» будет следить за развитием событий. Ну а поводом для следующей темы программы «Взгляд с высоты» стало обсуждение на сайте Волгоградской облдумы вопросов парковки многочисленных автомобилей на зеленых зонах. Всем желающим предложили высказать свое мнение, надо ли ужесточить меры административной ответственности за стоянку на внутридворовых территориях, или прежде всего необходимо активизировать работу органов местного самоуправления по устройству муниципальных стоянок. То, что делать что-то надо, очевидно. Проблема заставленных машинами дворов существует давно и с каждым годом усугубляется. И в центре Волгограда, и в отдаленных микрорайонах автомобилисты используют любой свободный уголок, ставят машины на газонах, тротуарах, детских площадках, между деревьями, лавочками и сводят на нет все усилия по благоустройству придомовых территорий. В областной думе задумались над проблемой после того, как администрация Волжского вышла с законодательной инициативой увеличить штрафы за парковку в неотведенных для этого местах. Но у карательных мер среди парламентариев больше противников, чем сторонников. Сегодня это делать еще преждевременно, потому что не всегда увеличение штрафа дает возможность, ну, наверное, там, полноценно исполнять закон. Я думаю, что параллельно надо работать. Первое, это по организации муниципалитетам парковок, муниципальных парковок. Можно это делать, там, частные парковки давать, земельные участки пускай организовывают, тут никаких проблем нет. Следующее, если, допустим, теперь говорить о новостройках, если строится, то учитывать градостроительные нормы, где была отведена территория под машины, раз, или делать подземные парковки, два. И сегодня очень, наверное, такой хороший показатель, что вот в плане того, что наказывает, но и надо создавать условия. Мы говорим о том, что очень много дворовых территорий находится в неприглядном состоянии. Говорить о том, что машины находятся на зеленой зоне, ну, наверное, там ни у кого язык не поднимется, когда нет травы, когда нет самой зеленой зоны, машина стоит в луже, и мы наказываем водителя якобы за то, что он стоит на зеленой зоне. Это неправильно. Пока же ситуация такова, что практически любой волгоградский двор задыхается от автомобилей. Заполонили все площадки. Кто успел ухватить место, тот поставил. По-хорошему, конечно, для автомобиля должно быть парковочное место. Но это если двор оборудован. Соответственно, значит, от машин деваться все равно, мы никуда не денемся от них. Вот, они только будут прибывать. Поэтому нужно вопрос решать с другой стороны. Власти к этой проблеме должны подходить радикально. Есть законы о парковках, о парковочных местах и все прочее. 1, 2, 3 прецедента, я думаю, порядок будет быстро наведен. Ну, либо ужесточить штраф, да. Я думаю, поможет, но ненадолго, наверное. Все-таки лучше где-то в определенных местах делать автопарковки бесплатные. По аналогии с действующей муниципальной программой, получается, что наш двор вовсе не наш дом, а наша парковка, причем в любое время суток. Ночью это спящее царство машин обитателей жилых домов, а днем места занимаются ласточками сотрудников учреждений, расположенных в многоэтажках или неподалеку. Впрочем, при наличии доброй воли у организации есть шанс поправить ситуацию. В наш адрес от организаций юридических, физических лиц поступает обращение об организации парковочных карманов вблизи расположения офисных зданий ихних или еще что-то там, магазинов. То есть это как бы с нашей стороны приветствуется всегда, и мы с удовольствием выдаем технические условия на устройство именно этих парковок. Многие старые придомовые территории просто не рассчитаны на растущее количество машин. Но и новые многоэтажки почему-то построены так, что даже при наличии подземного паркинга дворы все равно оккупированы машинами. Описывать картину можно бесконечно, и, к сожалению, в Волгограде решение проблемы пока лишь в перспективе. Ситуация с парковочными местами на территории города Волгограда, скажем так, в стадии изучения, разработки. В настоящее время подготовлена нормативно-правовая база по именно парковочному пространству, которую в ближайшее время планируется как бы на рассмотрение внести в Волгоградскую городскую думу. Данный пакет документов как бы пилотный, и планируется его рассмотреть на примере Центрального и Ворошиловского района, так как это наиболее
скажем, места концентрации автомобильного транспорта. Как тут не вспомнить опыт других очень далеких городов? В Токио, например, без договора аренды стоянки никто не станет продавать гражданину автомобиль. А в австралийском Сиднее между небоскребами и даже на крышах устроены многоуровневые паркинги. Мы не будем так далеко ехать. У нас и в Москве как бы тоже немножко другая ситуация. Но обращаются к нам инвесторы потенциальные, скажем, на организацию именно многоуровневых парковок. То есть их предложения рассматриваются. Но пока все в стадии, скажем так, на рассмотрении. Сказать именно по срокам, когда что-либо, вот там завтра, послезавтра, я такого не могу. То есть пока вопрос в стадии рассмотрения. Ну, на этом в рассуждениях на тему улучшения ситуации с парковками автомобилей в Волгограде пока можно поставить многоточие, но только за тем, чтобы когда-нибудь снова поднять этот вопрос. А пока всем обладателям личного автотранспорта удачи в поиске местечка для парковки. Это была итоговая информационная программа «Взгляд с высоты». До свидания, до будущей недели.